Всем привет! С вами канал Артмани. Шли с Димой с УЗИ. Зашли в какой-то двор, нашли какую-то штуку. Таких я первый раз, честно, вижу. Какая-то здесь вот висюльки, видимо, были. Советская такая штука. Что-то здесь было, кто знает, напишите в комментариях. Что это вообще такое? И тут, вот смотрите, а тут малина растет. Прям огромный куст малины. Прям во дворе. Наверное, когда вот были детишки в советские времена, тут еще какая-то клумба, наверное, была, он что-то огорожена. Малина росла, большой куст, ну там уже ничего не осталось. Играли здесь, наверное, пятиэтажечка вон. Сейчас посмотрим с другой стороны. Что тут? Что-то там написано было, наверное. Что ли, или нарисовано. Какая-то неизвестная конструкция. Что-то это значило. А, это корабль был, Дим. Это был корабль, наверное. Да, там, наверное, висулька, там, может, какие-то качели были. И вот он плывет, это корабль, наверное. Представляете, сколько детей здесь играли вместе с ней когда-то. Что-то придумывали, что-то интересное. Что-то свое. Иди посмотри. Ура. Угу. Здесь красивее она смотрится. Между пятиэтажек. Угу. Вот. Вот она для чего, чтобы вот так висеть, да? Да, это старый, да. Тут березочка, вон уже березка уже желтеет у нас. Сентябрь. Тут вот поляночка у них. Видите, какие красивые. Палисадничек, заборчик, да? Что ты делаешь, ты не пойму. Ты танцуешь, что ли? Ух ты. А музыка какая у тебя? Ля-л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 я. У них балкончики полукруглые. Прикольно. А, тут пятиэтажка, к ней подстроилась повыше. Тут вообще по-другому. Арка такая большая. Машины тут ставят. Арки. Утепляли арку, видимо. Кто выше живет, полы их резяные, наверное. Ее утепляли. Это странно, какие балконы. Мне нравятся они. Такие полукругленькие, красивенькие такие. Да. Классные, да? А это стоит такой. Снизу кто-то живет. А там внизу, наверное, подвал или живет кто-то. Или магазин какой-нибудь. Магазин, вон бар. Магазин, бар. Какой-то. Там вот школа, наверное. Пол, да, 76. Такие вон. Балкончики клевые. Ну-ка, зайдем туда. А там он вообще как лес, как будто. Прям лес, смотри. С двух сторон прям травы. Так, ну, слушай, такой красоты никогда не видела. Чтобы вот настолько было зелень. Причем сейчас середина сентября. Здесь стенка. Кого-то там игрушки. Да. Вот и игрушки. А, тут посередине дорога, а по бокам палисадники. Поэтому так зелено. А красиво. Это тот же самый дом. Да. Да, то же самое. Это вот у них подъезд с этой стороны, да. А с той стороны у него как сзади. И тут подъезд с этой стороны. Красиво как. Выходишь, у тебя там палисадник такой. Перед домом такой палисадник большой. Тут метров 7, наверное. Или 10, что ли, 7, не знаю.
цветочки. Красиво, мы когда цветочки. По улице. По улице. Здесь не настолько? А, вон там лавочка интересная. Да. Все тут всякие цветы. Шина? Ну, там цветочки были. Там цветочки были. Тут ухаживают. Вон. За цветочками. Там гаражи. Тут цветочки вон. Бабушки, наверное. Заборчик вон между ними. У каждого свой, наверное, палисадничек. Рисовец. Смотри, деревья попилили. Вот. Там вот мы прошли через всю грязь. Какой-то там парк как будто виднее. Тут вот садик. А тут что-то брошенность какая-то. Тут дом. Сейчас пойдем посмотрим. Вроде как дорога, там вон машина, я вижу, вроде стоит. А вон человек даже идет какой-то странный. Там интересно, наверное. Бегают. Там, о, как там много детей. Какой сайт, он хороший. Есть где он поиграть, там и лужайка, вон и травка. У нас такого нет в садике. У нас голая выжженная земля. Толком не поиграть детям негде, ничего. Песочница только есть. С какашками. А там оно интересно. Да, с какашками. О, тут вон что, палисадник, смотри. А, ну вот желтенькое я видела, это дом желтый. А я думала, что это какой-нибудь полянка, я думала, там желтая. Мама, что-то еще пухнула. Сейчас посмотрим тут. Давай. Там мусорная это немножко. Да? Там какие-то... О, там какие-то бомжи, что ли, живут. А так вроде лесочек как будто. Красиво. Там, да? Еще бомжи валяются. Ну там бомжи, наверное, живут. Что-то вроде так красиво. Там что-то мусор какой-то сваленный. А тут садик. Маленькие детки там гуляют. Все вместе. Интересно так. Забор такой, я помню, мы садик сбежать хотели с подружкой. Где-то садик. Там тоже дырка была такая. У нас никак не получалось, так не получилось. Ну и хорошо. Хотя дорогу домой, конечно, я же знала. А тут смотрите, какой дом. Получается, плита этажа есть? Нету. Здесь есть? Смотри, нету. Отъезда сушится. Ага. Так ее балкон вообще ни разу не видела. Вроде такие дома я видела, чтоб плита вот так была. Давай. По бокам. Первый раз вижу. Чего только в нашем городе не встретишь. Нашли площадку большую. Че ты будешь? Она вся в песке. Такая большая. И все в песке. Может, не пойдешь? Давай пойду. Ну иди. Что там кряхтишь-то? Да. Ты какаешь, что ли, там? Нет. А что? Ой, кто-то там плачет, как. Лялечки всякие. Да? Тут что-то мне площадка знакомая. Что-то как-то здесь в детстве было. Хочется вообще усы заткнуть. А ты же хотела ляльку. Давай, лялька пускай у нас будет. Я буду за ней ухаживать. Уже не хочешь? Все в песке. Вот бы здесь лучше. Так много места сделали бы нормально. Чуть. Сегодня 27 градусов, но у нас ветер. Что? Да? Катайся. Что-то мне знакомое здесь. Какие, смотрите. Окно сделано, превратили как в балкончики. Шторки сделали себе. Хотя страна не солнечная. Вроде как, по-моему. Какие, о, я и говорю капучки. Тебе про них. Я тебе про них и говорю. Какой тут и дом какой вон. Странный, смотри. Такие окошки. Если его отремонтировать, обделать его, будет очень красиво. С той стороны, наверное, очень красиво, да, Дим? Да? Тут лужайка. Да. Угу.
Идем, идем тут до сих пор. Садик нашли, а тут смотрите у них. А у них прям домик. Маленький такой домик, там хранятся игрушки, закрываются. Дима! Дима, сейчас охранник выйдет. Я. Ай! Аккуратно. Охранник сейчас выйдет. Аккуратно говорю. Он уже все смотрит на тебя. А ты сразу через забор. О, идет вон, видишь? Охранник. Вот у них беседочка. Женщина-охранник. Тут вон домик какой. И так много кучи всего прям на детской площадке, так интересно. А тут, я думала, у них парник. Оказывается, нет. Ага, у них еще, смотри. У них еще вдобавок и... Все вдобавок. Поля. Какая еще поля? Поля. Какая еще поля? Поля. Поля, и там еще полисадники. Они у меня замшевые. О, полисадничек там дальше. И полянка прямо. Они играют в футбол здесь. Слушайте, садика играет в футбол. Очень необычно. А тут другой. А, там другой садик. Тут закрыто все забором. Сейчас с той стороны посмотрим. Угу. Даже транспорт под крышей оставляют. Мам, смотри! Глинки попили. Да. Аккуратно иди вот, по ним, смотри. Смотри, видишь? Угу. Интересно, даже коляской приезжаешь, есть где оставить вон под крышей. Смотри, как клево. Велосипед, самокат вон свои оставляет. Какой белый дом. Прям белый, белоснежный прям дом. Без пятен, без всего. Там самокат. Ой, господи. Этот мотоцикл стоит. Завтра на площадку пошли. Елочки так растут прям в этих заборчиком обградили. А там, смотрите, качели советские. Я такие качели никогда в жизни не видела. Что, не будешь кататься на качелях? Только там дырка. Не провалишься. Попа тебя не застрянет там в дырке. Такие прям металлические. Я думала, с советских времен ничего не осталось уже. Что, для больших поп? Вот так стать. А, дом только с этой стороны белоснежный. Только один подъезд сделали. Откуда эта дырка? А там кому-то места он не хватает на кухне. На подоконник. На подоконник сделали. Аккуратно, Дим. Шибанет тебе. Давай. Эти тебе не понравились? Как же на них катались-то? Такая травка прям. Такие дворы здоровенные, большие. Дворочка. Давай, катайся, посижу. Цветники. Песка нету? А, песочница. Он есть. Как, знаете, ощущение, как будто попал в деревню какую-то. Так все, травка прям такие большие. Там кошка вон сидит. Кошка как неживая. Прям большой двор такой. Не знаю, наверное, сейчас за этим домом должна быть дорога. Хотим дойти до перекрестка. Какой-то знак. Что знакомый, кстати, вот этот знак. Да. Это такое видео уже. Какая большой, какой двор огромный. Советский. Если вот так вот сделал здесь. Ну, в принципе, песок, кстати, тут не особо мешает. Его здесь нет практически. Только травка. Классный дворик. Пустой, никого нет, что-то. Ну, тут видно, что тут не забегано. Опять мы куда-то попали. Тут дом пятиэтажка. Там тоже пятиэтажка была загорожена. Тут вообще совсем внизу эти окошки. Да.
Тут дом совсем другой. Какой палисадничек. А, это вот за этим зданием. Там вот здание с елочками, я его снимала. А это за ним. Представляете, когда-то здесь куча детей было на улице целыми днями. Бегали эти дети. Скакали, прыгали. Тут столько дорожек интересных по дорожкам. Цветники вон тут. Хотела тут, блин, ничего особенного нет, кстати. Пойдем. Куда? Дальше пойдем. Полосочка. Там вот шторы такие темно-коричневые. Блестят слегка. Интерьер, да, наверное, у них симпатичный. Тухачевского 249. О, Тухачевского 249. Палисаднички такие красивые. У нас нету, да? У нас нет таких красивых палисадников. Поэтому мы удивляемся. Смотри, в грязь наступишь. Смотри! Лосятка! Ага. С грязным мокрым песком. Такая вообще хорошая. Волка, лосятка. Из гляза, плюс гляза. Сейчас дальше перепачкаешься. Наступил в какашку. Теперь кроссовки в какашке, джинсы каким-то интересным образом. Тут лавочек сколько много. Че? Горка, ба, какая. Жалко, она в песке стоит. Вот такую горку надо на травке где-нибудь. Ветер. Вроде жарко, тепло, а ветрено. Стол какой-то, теннисный, что ли?